Снял я распаковку этого жесткого диска и сам себе думаю. Которая это уже по счету вещь, с которой что-то не так. На самом деле, я в последнее время, когда покупаю какие-то штуки технические, уже не чувствую никакой радости, потому что мне не кажется, что вещь, которую я купил, новая. Постоянно что-то не так, то поцарапанное что-то. Покупаешь, например, новый, например, удлинитель, он весь поцарапанный, или в сколах каких-то, или провод там потертый, покупаешь, вот жесткий диск, у него крышка болтается, или, ну, я не знаю, что-то в последнее время вещи стали делаться вообще некачественные, то есть, абы какие, там, не чувствую, качество вообще уже не чувствуется, все делают так, тяп-ляп, то где-то что-то болтается, то что-то где-то шатается, отваливается, поцарапано, какое-нибудь затертое там, занюханное какое-нибудь. Блин, что-то в последнее время я реально вообще вещи, которые покупаю, не чувствую в них качества. Раньше оно было, сейчас уже нету. Наверное, специально так делают, чтобы быстрее ломало, чаще покупали. Либо просто типа делают, типа, быстрее сделать, побольше продать. Короче, качество в последнее время продукции технической, которую покупаешь, да и вообще любой, как-то вообще не очень. Поэтому я немножко разочаровываюсь в своих покупках в последнее время. Такие дела.